Феномен российского, наверное, бизнеса, что мы очень любим инструменты. Мы считаем пустословными верхнеуровневыми специалистами тех, кто говорит о системах и кто говорит о структурном подходе. Но мы считаем крутыми экспертами тех, кто приходит и говорит, вот эту кнопку нажимай 2 раза в день, и ты будешь, у тебя все будет хорошо. А если не будет хорошо, нажимай 6. А если 6 не будешь нажимать, ну тогда приди ко мне за 2 кнопкой. Я понимаю, почему это происходит. Я просто хочу увидеть уже это изменение в конференции, но пока еще в течение 3 лет, когда мы это рассказываем, не происходит. Попробую еще раз. А, кстати, я могу ответить еще, почему это происходит. Почему происходит желание в кнопках? Вся беда в продуктовом подходе, друзья. Культивирование продуктового подхода. Настолько нами всем полюбившимся, что мы не заметили, как продуктовый подход с продуктами, которые несутся к релизу, сметая все на своем пути, называя себя корпоративными предпринимателями, коим они являются, начинают конкурировать друг с другом и размывают стратегический менеджмент компании и рыночную стратегию компании в целом. Продукты в ближайшие года 2 вы будете слышать как слово обзывательство. Еще 2 года назад для нас были продукты как спасители. Придет Олег и все сделает. Через 2 года, услышите, вы запишите, скриньте. Через 2 года мы будем их винить во всех бедах за то, что размыт OPEX и продукты не продаются.